Итак, здорово всем. Здорово, Дима, мальчик, пацанючек. Тебе, Димыч, надеюсь, если вообще сможешь эту видюху. Или это видео, как бы сказал. Я продолжаю прохождение Resident Evil 4. Уже 8-я серия, 2-й сезон. Продолжаем мы фигачиться за Эшли. Или за Games Channel, как бы я сказал в прошлой части. Ну что же, в прошлой части произошло много чего необычного. К сожалению, погиб Мкоасилиум, да. Как же его жалко, до сих пор поплакать хочется. Погиб, малый. Ну ладно, плакать буду потом за кадром, а то у меня тут... Да, океан дома будет. Мы встретили Хаотикса. Ой-ой-ой, как ненавижу этого тупого Хаотикса, блин. Тупого ненавижу. И, наконец-то, мы играем этап за Эшли. Там, где мы найдем ключ специальный, в общем. И с Леоном пойдем уже дальше искать. Мумошку 2, то есть Лазара и все такое. Теперь мы... В этой серии мы сейчас пройдемся вперед, разгадаем головоломку с пазлами и все такое. Тут есть тогда небольшая такая... Ну, это не головоломка, это так, это... Такая вот, типа, ну... Мини-головоломка, так бы я сказал. Нужно открыть ворота. Нажать. Открываются ворота, но... Когда мы нажмем уже второй раз, то уже какие-то откроются, какие-то закроются. Ух, какая у нее попка. Так бы и... Ну ты понял. Ну ладно. Так это открылось. Но это закрылось. И это хреново. Это хреново. Нужно что-то еще активировать. А, да. Тут что-то еще нужно активировать. А вот как раз мы находим каменную табличку. Мы ее как раз вставим, когда разгадаем головоломку и все такое. Итак, мы нажимаем. Так, у нас не открылось. Еще раз нажимаем сюда. Вот. И какая-то из этих двух закрывается. И это отлично. Да, продвигаемся все-таки мы вперед, пацанючек. Уже аж 8-я серия второго сезона, понимаешь? И вот мы наконец-то открыли, не очень такая несложная. Такая вот махинацию провернули. И все мы сделали. Итак, и сейчас при просмотре этого видео советую вам полакомиться вот этими вот прикольными палочками. Мальчик, вот они, смотри, если ты их видишь. Здесь полакомлюсь чуть-чуть. Донавал. Шучу. Итак, идем дальше. Это будет самое интересное, пацанючек. Это уже какой-то уже а-ля Silent Hill. Я, кстати, подключил джойстик. Вот он. Потому что будут куты будут, которые без джойстика никак не сделать. Но если ты экстрасенс, знаешь, на какие кнопки жать, то, может, ты и сделаешь. Так, тут мы... Нужен шпинель. Сейчас будут тут, в общем, рыцари, и они вскоре нас нападут. Когда мы кое-что провернем. Одну головоломку. Ну, я знаю, что всегда в конце видео, когда мы будем с тобой посмотреть это видео, ты скажешь, ой, ты идиот, ты что-то пропустил, либо какую-то шпинель, либо какое-то сокровище. Я знаю, что так оно и будет. Потому что ты всегда придираешься ко мне, когда я где-то прохожу, ты скажешь, что я обязательно что-то пропустил. Где-то, но что-то я все-таки пропустил. Так, вот эта головоломка. Нам нужно ее разгадать, чтобы попасть вот сюда. Так. Тем более это автодверь. Итак. Чем-то напоминает Silent Hill 3 с Хезер, да? Ну да. Итак, вот эта головоломка. Так, пацанечек, благодаря тебе-то, собственно говоря, я ее и разгадал. Потому что ты мне сказал один принцип такой легкий. Ее ведь можно как угодно, рандомно разгадать, но это долго. Так, а мы сделаем вот так. Это просто по очереди двигаем эти пазлы. Просто по очереди. Так, ну начнем отсюда. Ну, вот так. Допустим. Ну да, допустим, отсюда начнем. Так, раз. Так, делаем. Чтобы получилась картинка. Ну, в общем, как в пазлах. Сейчас двигаем. Thank you.
кажется, что долговато как-то ее двигаю. Блин, что-то не то. Или то. Может так вот пробовать? Сейчас, секунду, мальчик. Что-то я, походу, не так начал. Сейчас ты, наверное, ржешь, как всегда, что-то неправильно делать. То есть, идиот, так задвинь, так сделай. Ты говоришь, я знаю. А я тебя ни хрена не понимаю, так как я нахожусь, сука, в прошлом времени и думаю только о своем, да? Потому что я знаю, это именно так. Что за тобой пердешь? И что мне делать? Короче, нужно составить тут картинку. Стоп. Пацанючек, ну ты что, звонишь мне, что ли? Я тебе видео записываю, ты мне звонишь. Ну ладно, сейчас я тебе отвечу. Блин. Когда эта херня соберется, дайте мне ее собрать. А, я знаю, что делать. Стоп. Короче, ладно. Так. В общем, я тебе перезвоню, мальчик. Сейчас я эту головоломку разгадаю и тебе перезвоню. А пока подожди чуть-чуть. Так, пока я эту херню разгадаю. Так, подожди. Блин, как мне эту херь разгадать? Ну вот, почти разгадал. А, все, я понял. Как? Стоп. Да, я понял. Что-то не так. Да уж, что-то как-то я долго с этой головоломкой мучаюсь. Я же по твоему принципу действовал. Почему он не сработал? Что такое? Блин, что делать? Я что-то совсем запутался. Как эту херню разгадывать? Надо же, какая-то тупая головоломка. Правильно Ричард говорит, что он не любит головоломки с пазлами нигде, потому что их хреново разгадывается. Ну вот же, делаю, вот. А, нет. Ну это хреново. И сколько я так буду разгадывать? Блин, я целый век так буду разгадывать. Ладно, поставлю на паузу. И когда, в общем, это, буду доходить до конца, я возобновлю видео. Итак, в общем, промучился я и начал, собственно говоря, с контрольной точки. Блин, еще и... Блин, как мне теперь наладить? Как мне теперь наладить этот бред? Хоть как-то наладил. Итак, меня зовут Пашенди, давайте ответим. Студию Пашенди. Алло. Наконец. Что? Ну говори, что ты молчишь-то, ну разговаривай как-нибудь. А кто где? Я дома, блин. Где я еще могу быть? Ну, что ты хотел-то? Плохая новость. Что плохая новость? Какая? Не понял. Какая плохая новость? Вы что, в субботу учитесь? Да. Слушай, такого быть не может. Запомни. Да. Вообще-то нет. Никто не учится, как бы. Пашок, ври меньше, никто не учится. Сравниваешь на школу с колледжем. Да ну, не может быть такого.
это на следующую субботу буду отдыхать. А это... Ну а почему эта плохая новость должна быть для меня? Ну, может, ты за эти не знаешь. А, ну да. Может быть. Конечно, может быть, я хотел бы и зайти. Я на сегодня выйду. Что не выйду, не понял, в смысле? Да, блядь. Почему? Да, ничего. Да с пазлами в Resident Evil 4 тупая эта загадка, никак не могу разгадать. Делаю все по принципу, все по порядку, как и ты говорил, и все равно ничего ни хрена не разгадывается. Слушай, тут за кого? Тут не за кого играть. Да если играешь. А головоломка да? С пазлами еще за Леона есть? А, ну ты сказал. Я понял, нет. Блин, что да, такое-то? Проблема. Передай его там-то. Я тебе скажу. Блин, ё-моё, сколько времени-то прошло, я тут уже сижу. Блин, это долго делать. Это, ну, бегать ее туда-сюда, уже времени до хренища прошло. Блин, уж лучше бы я с насекомыми. Уж лучше бы я с насекомыми бы дрался, блин, чем вот с этим. Ты зашел, ты нет. Ну сейчас перезайду, я даже не добежал. Все, перезашел. У меня быстро все перезаходится. Блин, пипец, я тут торчу уже много. У меня уже, блин, видео сейчас закончится. Сейчас, блин, размер будет большой. Перезашел? Да. Я сейчас бегу. Ну вот, и что? Откуда начинать, я не понимаю, откуда? С тела, со всего, с члена, откуда начинать? Ну, башка, да? Нет, не башка. Блин, ну чё, уже тут пил уже? Нет, я... Что двигать первым? Блин. И долго так буду сидеть? Я не двинул еще ничего. Там короче, надо сделать так, чтобы тебя это... Надо сиденье, короче, было вот это. Ну как сказать? Тело, да? Сиденье, короче, должно быть это... Короче, тело, короче, помню, не голова там. А тело? Да? Да, я не знаю, как сказать. Ну, начну, короче, вот так. Сейчас, погоди. Вот так начну. Надеюсь, сработает. Потому что, блин, не знаю, как это сказать. Я тут, блин, мучаюсь, блин. Всегда, блин, разгадывал ее очень быстро. Сейчас почему-то не могу никакой разгадать. Бред какой-то. О! О! Ну наконец-то! Наконец-то я эту хрень разгадал. Надо было просто с тела начинать. Все, наконец-то, блин, я думал. Блин, ну пипец вот просто какой-то с этой головоломкой. Всегда разгадывал, блин. Я-то думал, можно все что угодно это вставлять. Ну все что угодно. Начинать все что угодно. С какой части угодно, а тут, оказывается, надо именно было с тела начинать. Вот я тут подзастрял чуть-чуть. Сейчас буду смотреть. Сколько там секундомере время? Уже 25 минут, блин, прошло. Но я хотя бы на паузу ставил, ну да ладно. Так, ну чё, Мик, тебе сегодня заходить? Я сегодня собирался. Ну чё, пока, погоди. Ну так, мне сегодня к тебе заходить. Ну, ты погоди.
Ну мне заходить сегодня, что ты не можешь ответить на вопрос? Ты ко мне, ладно? Ну можно тебе сегодня, к тебе сегодня прийти? Мне готовиться. Да что, я тебе мешать что ли буду? Это я когда только приду-то? Ты вот к этому времени уже успеешь подготовиться, я тебе помогу, если что. Чё ты там бормочешь себе под нос, я ничего не слышу. Да блин, я зайду сегодня, я же обещал. Блин, чё ты так стала ко мне относиться, блин? Я бы тебя к себе пустил, если бы к чему-то готовился. Слушай, я тебе мешать не буду. Я тебе русский помог, ты 5 получил. Заметь. Так что все, давай, я ценный человек, тоже меня пустить. Ладно, все. Да, не есть, все. Эй, ты к мне заходить? Да, все. Ладно, я приду. Как я только видео обработаю. Блин, ну пошел пипец, ты киток. Ты киток в натуре. Я тебе отвечаю. Со своим, блин, готовится ему. Как начал в этом колледже учиться, стал каким-то другим. Постоянно думаю, что Каниум, о друзьях вообще забыл. Так, ну ладно, не важно. Итак, мы получили изображение, и теперь мы можем наконец-то покинуть этот бред, но не так уж это просто. Блин, помогите, насилуют. Куда это столько вас-то? Сейчас надо очень аккуратно. Очень-очень-очень аккуратно. Надо осторожнее. А он от вас. Это будет опять. Блин, тупые эти. Но это еще не все, блин. Сейчас будет еще один бред. Когда этого рыцаря, блин, тут не было, он тут откуда-то появился, блин. Бред, да, какой-то. Все. Можем расслабиться на чуть-чуть и покидаем этот бред. Так, сейчас мы покинем его через эту дверь. Сейчас, в общем, мы нашли деталь, вот, и мы ее сейчас вставим. Это какой-то символ семьи Салазар. Сейчас мы его сюда вставим. И все, и нам открывается лестница. Сейчас мы залезем, встретимся с Леоном, и будет просто офигенно. Чертовски приятно. Да, я просто забыл, что принцип, конечно, тот же, да, в этой головоломке, что надо по порядку двигать, но я забыл просто, с чего надо именно начинать. Я начал, короче, с этой ленты, а нужно было начинать с тела, с тела этого быка. А я начал просто не оттуда, из-за этого у меня все пошло и не так. Это как в математике, когда что-то пример что-то неправильно посчитал в одном месте, и все пошло потом неправильно. То же самое и здесь. Такая же вот вафля, как бы сказал Mogou Play. Итак, мы идем. Все, наконец-то этап заешли, заканчивается. И смотрим приятный ролик. Ребята, всем привет. Ты толстый, два дебилоида. Один жирный, один тоже не жирнее, не хрящ. Итак, продолжаем. Какой же мудак. Как пролетело все из-за тебя, сука. Это мое, блять. Извини. Да, приятно, собственно говоря. Блин, я даже не знаю, сохранить. Сохраняемся. Блин, такая вот маленькая получилась видео. Точнее, видео, кажется, получилось именно большое. Но получилось маленькое в плане... Так, несколько. Она получилась маленькая в плане того, что мы на одной головоломке там застряли, блин. На несколько часов. Так, сейчас, секунду. Да, поставим. Так вот, ставим. Угу. Все. Слушаем по рации диалог. Сумошка. What a touching moment we have here. All spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is
all that? I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like through your own actions? Итак, все, нам открыт доступ, мы поговорили с Мошкой, он сказал там полный бред, и мы идем его ловить. Итак, мы собрали деталь, это, и нам осталось собрать, в общем, последнюю деталь. Когда мы соберем, мы ее вставим, и нам откроется главный проход к замку, где мы сможем поймать и нахрен убить этого тупого Мошку, блин, Салазар. Блин, не, я думаю, дебильная идея, то что вроде как прошел главу, уже сохранение есть, и они еще раз машинку тебе ставят. Ну нахрена? И в конце. Машинку ставят, ты сохранился, идешь, и опять тебе надо сохраниться в конце главы. Ну что за бред? Все, в общем, мы поиграли за Эшли, и с этого момента мы уже за нее играть не будем. Это был один раз и последний раз. Итак, мы сохраняемся. Да, и как бы это ни звучало грустно, я заканчиваю, собственно говоря, эту серию. Да, получилась она такая по времени большая, но по содержанию маленькая. Да, потому что я застрял, я забыл принцип. Да, вот мой косяк, собственно говоря. Ну ладно, зато больше никаких головоломок таких сложных не будет. Так что все мы пройдем по изи. Ну, может, кроме Краузера. Так что все будет норм. Итак, это был второй сезон, 8-я серия. Так, мы здесь разгадали головоломку с большим трудом, поиграли за Эшли уже второй раз, и мы поговорили с Пашенди мальчиком, который уже стал совсем другим, иным человеком, и уже забыл, что такое Кирилл. Он, наверное, забыл, что такое, ну, что это такое вообще. Итак, Пашенди, не обижайся, но это так. И не говори, что это не так. И не бей меня по плечу. Типа, я виноват. Потому что я знаю, ты сейчас это сделаешь. Такой. Или такой скажешь, слых, вот так скажешь. Ну да ладно, все, Пашенди. Это была 8-я серия 2-го сезона. С тобой был я, Кирилл. И увидимся в следующих частях. В следующей части я планирую записать на выходных. У меня будет 2 выходных. У тебя, к сожалению, один. Но главное, учись. То есть, учись, студент, учись. Все будет норм. Зато на следующих выходных отдохнем. Я записываю эту серию. И, сука, уже иду к тебе. Все, давай, все, пока.